Весенний турнир Республиканской интеллектуальной лиги студентов состоялся. Молодые эрудиты из Карачаева-Черкесии решили проверить силу своих знаний. Как это было, расскажет Дарья Тандит. 12 сильнейших команд из высших и среднеспециальных учебных учреждений собрались на одной площадке, чтобы побороться за титул эрудиты студенческой молодежи. В рамках одного из сезонных турниров студентам предстояло ответить на вопросы про историю России, достижения в области науки, технологий, культуры, искусства и спорта. Друзья, вас приветствует молодежный дискуссионный интеллектуальный клуб «Игра слов» совместно с ОНО «Моя карьера» Министерством по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики. На весеннем турнире Республиканской интеллектуальной лиги студентов. Аплодисменты, друзья! Такой масштабный чемпионат впервые проводят в нашей республике. По результатам межсезонных турнира выберут тройку лучших эрудированных команд. Развитие в студенческой среде тренда на интеллектуальный досуг является целью проведения таких игр. «Умным быть модно», отметила Мирам Дзугов. Огромный чемпионат будет проводиться. Такого рода лиги, они есть в Северокавказском федеральном округе, но в Карачаево-Черкесской республике. Мы первые, мы этому очень рады. И Минмолодежи Карачаево-Черкесии вот решила вот так серьезно взяться за интеллектуальное обогащение наших студентов. Так как это формат студенческой лиги эрудитов, то наиболее интересный такой мягкий, лояльный, щадящий, я бы сказал, формат. Мы вообще сразу, можно сказать, за первые два дня закрыли потребность в заявках. У нас участвует от 12 до 16 команд. На данный момент у нас 12 команд. И вполне возможно, мы еще доберем до 16 команд, и они будут играть между собой. Команда созидателей из колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова впервые участвовала в игре. Несмотря на неопытность, они смогли обогнать команду соперников и стать призерами весеннего сезона чемпионата. Капитан команды Назир Биджев участвовал в интеллектуальной игре, будучи школьником. Он с радостью принял участие в Лиге студентов и поделился своими впечатлениями. Волнические присутствия, как бы ни было, если даже ты опытный, неопытный, неважно. Все-таки вопросы, они тоже подобраны очень грамотно и очень так интересно. Ребята, которые уже участвовали в предыдущих играх, знают, к чему нужно подготовиться. Мы просто ждали своего часа. Я надеюсь, мы выступим достойно, поделился Аслан Байчоров. У нас еще не было игры, но думаем, покажем хороший результат. Долго ли вы готовились к этим соревнованиям? Ну, можно сказать, с прошлой лиги. Когда проиграли, к сожалению, начали готовиться. Сегодня хотим показать, как мы подтянулись. Турнир оказался не только познавательным, но и веселым. Ребята высоко оценили уровень организации и остались довольны своими результатами. Команды-призеры были награждены ценными призами и грамотами. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.